Дорогие друзья, у нас время вечер, пришла с бани. Короче, не попала я к парикмахеру, не сделала брови, не постриглась, потому что все занято. Машенька вам там всем привет машет. В целом, я тут на днях заказала себе маски для волос. Мне посоветовала моя подписчица, за что я огромное спасибо. Там целый комплекс вот таких вот масок. Одну я себе делала, не маски, а это как масло для волос, для восстановления волос. В упаковке, короче, их 12 штук идет, и они все разные. Сегодня я вот забрала, но я не снимала то, что я купила, и все вот это вот. Тут они все разные масочки. Если кому надо, вот ссылочку напишите мне в личку, я вам дам, где я заказывала. Брала их на Валберес, и вот сегодня вот делала уже жидкий имбирь для волос. Для роста и против выпадения волос. Потому что у меня после болезни я вот так вот делаю, и у меня в руке остается целый клочок волос. И сегодня вот сделала одну себе, и Света себе тоже делает. Там 12 штук. И по скидке взяла. И вот не знаю, посмотрим, поможет или нет. Поглядим, короче, поживем, увидим. Так что вот такие вот дела. Надеюсь, завтра я после больницы... Ну, мне сначала домой надо будет бежать. А потом, надеюсь... А, кстати, в подарок мне еще положили вот такую вот штучку. Это, получается, маска для проблемной кожи. Использую это 1-2 раза в неделю. У меня есть баночки. Я хочу в баночку ее перелить. И наклейку туда тоже переклеить. И сегодня себе еще заказывала BB-крем. Потому что у меня, сами видите, какая кожа стала. После болезни разные прыщи стали лезть. И вот взяла себе крем, чтобы затенять. Вот такие вот в целом все покупки. Да ничего я не снимаю в последнее время, ничего покупки. Потому что всех они бесят, никому не нравится. Все пишут потом злостные комментарии, поэтому что-то не снимала покупки. Так, забрала еще заказы девчонок моих знакомых, которые попросили, они через меня делали заказ, так как у меня больше скидка, поэтому они у них скидок нету, таких как у меня, и они через меня делают. Я обычно вот так делаю, кому-то если надо будет что-то, то пишите по своей скидке будете, по моим. У меня почему-то, я не знаю, вот один и тот же товар они смотрят, у них такая цена, а у меня другая цена. Я не знаю почему. Может, из-за того, что часто заказываю на Валберес, или из-за чего, не знаю. И, кстати, девчонки, кто, если занимается косметикой Фаберлик или хочет зарегистрироваться в компанию, пишите мне в личку, я вас зарегистрирую, потому что Фаберлик я оформлена. И если кому-то что-то надо, пишите, короче говоря. Вот как-то так. Ладно, у меня уже вечер, мне надо сейчас будет уже скоро спать ложиться. Сейчас мы с Оксаной еще сделаем английский. Время у нас 9 час. Короче, сделаем английский и буду ложиться спать. Мне завтра с утра в больницу ехать. И поэтому вот так вот. Пришла, забыла часы одеть. Так что завтра поеду снова на капельницу и посмотрим, что мне там врач скажет, что-нибудь или нет. Ну что могу сказать, мне легче уже по сравнению с тем, когда я болела, какое у меня состояние было, и по сравнению с тем, какое сейчас, мне намного легче, причем намного легче. Но только единственное, что у меня болит сильно голова, и меня штормит, знаете, меня шатает, мне просто такое ощущение, как будто я пьяная хожу. После капельницы очень сильно тоже. Но видите, из-за того, что мне не с кем оставить Марину с Ваней, мне приходится бежать после капельницы, сразу соскакивать. Хотя там надо, по идее, еще полежать хотя бы полчаса, но мне некогда. Я соскакиваю и бегом бегу до автобуса. В автобусе сижу как обкуренный. А потом бегу до дома. Оксану быстренько веду на автобус, потому что ей, я прихожу как раз к тому времени, когда ей уже на автобус надо идти. Так что вот такие вот дела. Пока из-за собак у нас вот тут ничего не решилось с этими собаками. Так что вот так. Ладно, дорогие друзья, всем желаю всего самого хорошего. Всем говорю пока-пока. Дорогие друзья, как вы видите, тут мне Светик намазала брови.
Кстати, краску взяла в этот раз шоколадную, а не черную, потому что предыдущие мне писали, что Настя, тебе не надо черная, так как ты всегда со светлыми волосами, то тебе надо шоколадный оттенок, чтобы не сильно было темно. Поэтому вот мне дочь сделала бровки, выровняла как смогла, и вот нанесла мне краску. Я сейчас стираю, убираю и подравниваю еще немножко бровки свои. Потом увидите конечный результат. Напишите, кстати, как вам. Всем доброе утро. У нас время 7 часов 20 минут 8. Короче, я иду на автобус, еду в больницу на капельницу. Сегодня плохо спала, что-то ночью. Не знаю. Прям не могла никак уснуть допоздна, хотя до этого тоже не спала. Короче, дурдом со сном стал. Ладно, идем. На улице-то хорошо, так тепло, ребят, вообще. Вообще классно. Дороги таять начинают. Тепло на улице. Снег идет. Если кто заметил, по кадрам видно будет. Так что всем хорошего дня. Всем привет. Я приехала с больницы. Сегодня я себя вообще замечательно чувствую. Знаете почему? Потому что мне поменяли лекарство. Вот после первых капельниц я себя плохо чувствовала. Я домой приезжала, и меня просто трясло, и меня всю шатало. Знаете, такое ощущение, как будто литр водки выпил без закуски, и причем залпом. Хотя я не знаю, какое там после этого состояние, но факт то, что что-то вот наподобие. И я сегодня врачу это сказала, то, что после нее, говорю, мне плохо. Она мне поменяла лекарства. И вот, знаете, сегодня я себя бодрячком чувствую. Я даже, как вы заметили, сходила в парикмахерскую. Поначалу, когда я встала после капельницы, да, меня штормило. А потом мне хорошо. Я сейчас разогреваю деткам суп. Сегодня пришлось позвонить свекрови, чтобы она приехала. Посидела, потому что из-за капельницы я сегодня задержалась. А приехала, посидела с ребятками. Я сейчас разогрею суп, маленьких накормлю и будем заниматься с вами уборкой. Потом я купила, зашла в магазин 3 кефира, одну ряженку и 2 молока. Еще колбаски взяла, но уже в холодильник убрала, а то у меня кошка лезла. Ясную горку взяла, короче. Так что вот как-то так. Сейчас суп разогреем. Вчера борщ варил муж. Я вчера после капельницы опять не так плохо было, поэтому ничего не делала. Вечером только уже потом готовила и все. Поэтому опять готовил муж. А сегодня вот врачу сказала, говорю, ну что, мне плохо после капельницы. И вот сегодня она мне заменила капельницу. И я прям сегодня себя замечательно, ребят, чувствую. Прям вообще на ура. Дай бог, чтобы вот так вот всегда я себя хорошо чувствовала. Это было бы просто супер. Напишите, кстати, как вам прическа. Мне одна моя подписчица пишет, что Настя, не надо краситься тебе, тебе и так хорошо такой цвет. Но мне кажется, она светлый. А вы напишите, что думаете насчет этого. Сейчас буду ребятишек кормить. Хлебушек нарежу. Ваня с Мариной дома у меня. В следующий вторник, скорее всего, сходим. Сейчас до вторника постараюсь все документы им в садик сделать. И это сходим, наверное, справочки возьмем. Хотите, Марина, в садик? Да. Да. И мы на пропели курс. Надеюсь, что хотя бы недели две походим. Я хочу садик. Да, ты хочешь садик. Все, значит, скоро документы делать будем. Сейчас мама пролечится и будем в садик ходить, да? Ладно, дорогие друзья, кормлю детей, будем заниматься уборкой. Оставайтесь с нами. Поела уже суп. Сейчас делаю кофе. И вот знаете, что хотела сказать? Я брала сначала в Фикспрессе вот такой вот кофе. Ну, там все видели такие кофе. В принципе, ничего. А мне потом посоветовала подписчица еще вот такой вот кофе. Взять тоже в Фикспрессе. Вчера тоже взяла его. На вкус поприятнее, чем вот это вот. И по цене стоимости тоже, слушайте, 55 рублей одинаково. Ну, поприятнее немножко на вкус. Короче, маленькие пачки беру на пробу, какой кофе больше понравится, чтобы потом покупать.
Сейчас себе кофе делаю. И вчера еще детям это брала. Где она у меня? Вот оно, какао. Вот такое вот. Они любят беда какао. Какао постоянно, когда куда-то в магазин иду, всегда: мама, купи нам какао, мы какао хотим. Вчера муж капусту купил. Сегодня хотим это, будет он квасить капусту. Я сейчас чай попью, лекарства выпью еще. И потом, скорее всего, буду делать тесто на оладушки и на плитке быстренько оладушки пожарю. Потому что деткам я еще вчера обещала оладушки, но вчера мне после капельницы совсем плохо стало, после этого, что получается. И вчера, позавчера. Да, позавчера, не вчера. Перепутала, извините. И мне совсем плохо было, я ничего не это. И вчера у меня тоже состояние такое же было. Не очень. Поэтому я не делала оладушки. А сегодня я бодричку. Поэтому будем готовить оладушки. Чай делаю, не чай, кофе. Кофе мой, кофе. У меня кружка, представляете, сломалась. Откололась. Хорошая кружка, нравится мне, беда. Кофе с молоком. Вчера майонез еще делал. Так, молоко закончилось. Зашибись. А тут есть молоко. Еще вчерашнее надо сделать, а тут свежее я уже купила. Да, вы мне писали: Настя, не делай зубами молоко. Зубы испортишь. Мне их и так нет. Ладно, отрезала ножницами. По вашим просьбам отрезаю ножницами. Вчера мне писала женщина, Настя, рассаду какую-то садила или нет. Нет, пока еще, ребят, не садила. В нашем регионе это еще рано. Сейчас немножко подлечусь. И потом будем с вами садить рассаду. Надо еще семена покупать. У меня тут есть кое-какие семена, но их мало. Так, ладно, пошла, кофе пью и будем с вами готовить.